Кресло «Пилот» — это динамичный дизайн, улетный набор функций и широкие возможности выбора. С подголовником или без, с кожаными боковыми поддержками, либо с сетчатой спинкой. С первого взгляда понятно, что «Пилот» предназначен для тех, кто много времени проводит за компьютером и знает, как сильно от качества кресла зависят самочувствие и работоспособность. Высота сидения регулируется при помощи рычага. Высота подголовника регулируется простым нажатием кнопки. Угол наклона подголовника регулируется простым движением руки. Спинка изготовлена из дышащей сетки. Мягкий поясничный валик регулируется по высоте. Подлокотники также регулируются. Кресло «Пилот» оснащено синхромеханизмом, благодаря которому спинка и сиденье отклоняются синхронно в пропорции 2 к 1, обеспечивая комфортное качение и оптимальную поддержку спины. В кресле «Пилот» вы сможете свободно качаться или заблокировать его в одной из 5 позиций. Вам нужно лишь выбрать комфортный угол наклона и зафиксировать механизм при помощи рычага. Сила отклонения регулируется при помощи рукоятки. А функция «Антишок-эффект» защитит вас от удара спинкой при снятии блокировки. Когда вы разблокируете механизм, спинка останется на месте. И только надавив на спинку, вы сможете изменить ее положение. База кресла изготовлена из полированного алюминия и оснащена роликами с функцией самоторможения. Когда вы сидите, ролики вращаются. Но стоит вам встать, ролики блокируются и кресло не отъезжает назад. Кресло «Пилот» идеально подойдет тем, кто проводит за компьютером очень много времени.